Поэтому смотрите. Да ёпки. Ты еще решила яблоки? Ребят, не будешь их не вышло. Да сейчас надо уже садиться кушать. Кем на своей голове пишешь? Привет. Стою, Надя, хай. Короче. Да блин, я не могу, я тут соль брать. Ладно, давай. Это Макс, ты? Все, я пошла. Привет, доброе утро, мы только проснулись. Садимся кушать. Как спалось? Нормально. Самое красивое даже красивое. Я директор. Я контролирую процесс. Смотри, что получается. Вот смотрите, наш хозяин. Что сделали? Как это получилось? Как это получилось в рыбу фольге? Расскажи. Открываем. А тут у нас еще супер микс. Яблоко, апельсин, гранат, грейпфрут. Покажем, что в этом чудо. Да, покажи, пожалуйста. 20.33, но у нас только утро началось. О, какая вкуснятина. Ой, пахнет офигенно. Обалдеть. Обалдеть? Я хочу есть. Давайте быстрее, я попробую. Окей, больше себя показываю. Хорошо, Надя, что делать? Мы только проснулись, садимся кушать. Привет, Алматы, ты лучшая. И вам привет, Алматы. Патрисия, а где твой... А, ты можешь свой инстаграм показать через... Через Егора телефон. Короче, дело в том, что... Чтобы музыку не включать. Чем похоже, а? А, можно, да. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Патрисия. Вот, Патрисия. Привет. Кому она понравилась, можете подписаться к ней в инстаграм. Ее инстаграм. Опа, 4. Вот он. Вот оно. Очень. Запомнили, как ее найти? Что ты там ищешь? Вот. Юра, садись, пожалуйста. Да. Что ты делаешь? Я Патрисе инстаграм показываю. А что ты делаешь? Пьешь? Ладно, давайте садимся есть. Сейчас подпишусь, пишет уже. Садись есть. Все. Ребята, блин, как вкусно все выглядит. А я смотрела, сколько часов. Я люблю тебя до слез, спасибо. А? Садись есть. Она обалденная. Она просто обалденная. Так, а где мое вино? Да. Где твое? Да, я еду буду фоткать. Вот это твое. Это ребят. Ребят. Кому налить вино, Егор? Нет, спасибо. Ты сейчас будешь наливать его? Я уже налил себе, смотри. Целый час. Ну вот. Как? А, хорошо. Как кушать? Ребят, я создал трансляцию, пожалуй, приятного. В общем, я желаю вам... Послушайте меня, пожалуйста. Ребят, послушайте меня. Послушайте меня, я желаю вам приятного аппетита. Чтобы все, дня. Можешь, чтобы было у вас все хорошо. С Новым годом. С Новым годом. Вообще, а звука нет? Или сейчас пересоздал? Кстати, ребят, слышите? Я, у меня такая хуйня со вчера была, слышите? Вчера я желаю, чтобы я встретил Надю. Кто пишет? Как это мило! Что там пишет? Слушай, ждали Надю. Дай мне вилку. Что? Пожалуйста. Вот это было правильное добавление. Ой, я написал причастного.
Юль, дай выключи эту штуку, пожалуйста. Да. Вот это. Мушкет, Мушкет, дай, пожалуйста, вилку. И то, да. Сейчас дам, ребят. Давай. О, все, ребят, есть звук. Если я буду все по новой, не кушай. Леш, ты тормози. Короче, Юра, полезная, может, надо... Патрисия пошла мне кушать. Сама. Патрисия сама все сделала. Короче, я, короче... Это бесполезно. Спасибо большое. Короче, пока меня просила что-то... Ты можешь сесть? Приятного аппетита. А, ребят, я желаю вам... Давайте, пожалуйста. Там никто просто не слышал. Я вам желаю приятного аппетита. А, мы не заказывали... Всего... заказывали еду, лучшего. Патрисия все сама... Счастья, здоровья. Любви, удачи, Марку, 20 раз раздачи. Вот правильно говорит. Так, хватит мне там, блядь. А, ты... Молодец, пишут. Что? Подписывайтесь к ней в Инстаграм. Она вам еще не такое покажет. А, А? Пишут, беленькая тоже очень красивая. А у Патрисии есть парень? Егор, ты не знаешь, у Патрисии есть парень? Я уточню. Уточни, хватит. Пожалуйста. Уточни. Ладно, все, все. Ладно, мы можем покушать, и вы можете посмотреть. На, поснимай нас, раз ты протестишь, все, ты можешь сесть. Да, я хочу покушать. Да, ау. Сделай, иди с моей трансляции, я буду вас снимать со своего. Нет, с моего снимай. Не, не видно нифига. Понятно, все. На кастрюлю поставь. Забыла, короче, сейчас мы покушаем, и потом я включу снова.